Мы заезжали в русский магазин покушать купить. А здесь рядом есть, как Руслан выразился, мажорный райончик. Ну да, заметно, дома такие красивые, большие. Тихо, спокойно. Все чисто. Трава подстрижена. Вот это вот, кстати, ребята, которые работают, чистят огороды. Ну, в смысле, подстригают траву, убирают, по-моему, что-то там, листву, ландскейпингом, то есть планируют, как будет во дворе. Ну, сажают растения. Ну, как это, дизайн. Уличный дизайн, как бы. Вот. Недалеко вот детская площадка, стадион. Ну, не единственный, наверняка. Там приезжали, бассейн был. Вот, а на той стороне сейчас дойдем, там прям сразу из двора выходишь. Из двора дома и попадаешь на площадку для гольфа. Ну, как сегодня тепло вообще, небо ясное. Градусов 25, наверное, не жарко, а тепло. Классно. Вот такие. Рядом с бассейном. Вот тоже. Вабан называется магазин, и Вабан называется станция на зеленой ветке, станция метро. Можно играть в бейсбол, побегать, футбол. Что, Крайслер? Нет, гаражи у американцев все есть для спорта. Там, допустим, лето, велосипед, ролики, зима, лыжи, сноуборд, лодки, для американского футбола экипировка, клюшка хоккейная, все мячи, вот, например, как в этом гараже. Вот, я сейчас как раз выхожу на улицу, который с двора начинается поле для гольфа. Самому туда нельзя будет заходить, потому что это частная собственность. Private property. Ну, а так вот с дороги могу показать. Ну, вот дом, замок. Конечно, полно таких и у нас, но... Достаточно красиво, все ухожено. Ну, там дальше сейчас будет видно. Заборы вот эти вот белые, которые стоят, это похоже на дерево, но это пластик, пластмасс. Ресайкл, я думаю, что это с вторичного все дело, с переработки. Мерседес, Хонда. Пацаны точат. В траке сидят, обедают. Ну, вон видно, что сразу за домом идет площадка.
Ну или вон там, за этим забором, как бы, естественно. Но все равно близко. Помаши маме ручкой. Маме ручкой помаши. Красиво. Так, ну все. Пока, мы поехали. Вот так вот трак.